У меня, в принципе, адекватный ДС. Не, пушечка у тебя, конечно. Заебись, что тут мобы не рясаются эти. Ага, гонишь. Стоит, блять, усатый нахуй. Сейчас все стоим, ждем ебаного брэш-шамана. Это ханта создал, короче. Угадай ник. Манай? Нет. Камшотик. Пиздец, как я не угадал. Ну, а это как? Тебя не забанят? Ну, проверим. У этого же тоже был сквертонит. До того. У меня на X3 был киллшотик, тут камшотик. Какая треня вот эта, которая камень? Ну да, которая на скорость. Я знаю, что он дерьмовая. Я хотел вчера с Накса выбить, но она, сука, не упала. Я бы две трини потестил. Вот эту и с Накса, которая там есть. Типа с СПД и тоже на прокасты. Я бы две потестил. У тебя три профессионала? Макс. У кого? У меня? Да. Че, да, у какого имени? Представь, у тебя три профе у тебя? У меня четыре профе. Какие, у кого четвертая? У меня партняшка, этот, ювелирка, инженерка и наложение чар. А, инженер. Ну, мне кажется, или обещанная минута уже пришла? Да. Ну, он там уже хавает мясо, походу, я не знаю. Жарит, да. Жарит. Его уже жарят. Мы же не знаем, что он там за люля-кебабы вертит. Не падает, видишь? Не падает человеку пушку, видишь, блин. Какая пушка? Пушка, которая мне? Которая пушка у меня. Так у нее еще типа зеленка с MP5, короче, блин. Да, ты посмотри, статыки я подбирал с науки, прям. Инт, MP5, все как надо. По красоте, блин. Причем самый прикол, что когда я его купил на ауке, я еще потом с трэша такую выбил. Один в один. Здесь все говорит. Бля, я не купил эти для приплата. Фласки. Смотрите мне. Бошку с метасопидом тоже надо, да, я согласен. Но тоже, к сожалению, я тут не падал. Я думал, десятку сегодня сходить. Чарпу на что? Да, в принципе, нормально. Все, пойти понесли, вставайся. Готов, да? Готов? Я в РЛК Гео. Арч, трахать босса, вот что делать. Сейчас тебе объясняю. Сам я тебе объясню, Арч. Саня персонально объяснил. Да не. Да нет, ты другой. Мы не вылеми, да? Да, ты ДДш. Я понимаю, я ДДш. Арчи, вообще... Ты тут... Закрой, ебать, я замерз уже. Бля, сейчас тысяча страниц будет сканиться в Росте Вечности, нахуй. Был у меня кинжал, точнее, я бы мог его полутать, но его отдали локу. Ну, босс, сказать. Ты к поздно уж. Я как бы сказал еще тогда. А есть фласка на ап? Ну, в субботу выпишу. Ладно, мне еще там даст. На ап я тебе дам, мне есть, кидай. Да, давай. А то я буду сканить на вечность, на ап. Могу цель.
поем. Объясняй пока, Саня, Арчи. Сейчас он... мне ДБМ надо включить. Да не надо. Ну, понятное дело, что будем ролить. Че, тебе дали? Нет. Кто мне даст, я с тобой поговорю. Да сейчас я тебе дам. Вообще обмен с кем-то висит. Не, мне нравится настрой, вас уже что-то роли собрались там. О, не, ну дробяшку я тоже буду ролить, это нихуя спасибо, такая, спасибо. Слушайте, дробяшку. Ну, бля, да? Это моя, давай все, не будем. Не будем, бля, это. Тут пиздец, короче, уже 4 человека на дробяшку. Да, я думаю, да. Кидру 4-5, нахуй. Нихуя, значит, я тоже буду ролить. Война, бля. Арчи, ты готов слушать? Да, давай, говори. Смотри, ты, вот вы все, весь бой стоите ровно в черепе метки, видишь, да? Смотри, ты стоишь в черепе, там плюс-минус каждые 10 секунд, типа, вас будет кидаться такая сопля, типа, как у Т4 ШП. В этот момент тебе надо отбегать в квадратик, там падает лужа, типа, и ты возвращаешься назад. Потом, когда зеленая хуйня, я просто убегаю назад, все? Да, когда кидается зеленая, ты разворачиваешься и бежишь сюда в крестик, просто назад, типа. Максимально рендж набираешь от игроков, а не от босса. Типа тебе надо от игроков набрать 20 рендж. Метка, то есть если она именно на тебе будет, эта метка без лифта. То есть если она не на тебе, ты стоишь дальше. Ты убегаешь только в том случае, если кидается она на тебя. И весь бой ты бегаешь с черепочка в квадрате, когда вас летит лужа. Постараюсь анонсить каждую лужу, типа, но следи внимательно. Сразу же беги, не надо каз заканчивать, ничего. Твоя задача убежать, не полутать ни разу. Так, спец предупреждение, вытягивая жизни. Это что оно? Это и есть метка, которую нужно назад отвести. Метка безликого. Ее нужно. Ну, она называется, почему у меня вытягивание жизни. Ну, я понял. Но вытягивание, когда ты рядом с чуваком, который вот под этой меткой. То есть я буду анонсить, кому убегать. То есть, если на тебе этого дебафа нету, но от тебя хп сосет, тебе не надо убегать. Надо убегать только тому человеку, на ком этот дебаф. Стоимся в точности в черепе. Уронных черепах. Я стараюсь, типа, все анонсить, но буду внимательно. Сами и тоже следите. Дамажим, Арти, только в луже. Если не в луже, не дамажишь. Да, в луже. Нет. В луже у тебя нормально тратится на спалы. Там Йоша говорит, что, типа, так не делается, зачем вы его не позвали. Йоша? Не успел, Йоша. Кто такой Йоша? Давай. А бар? Йоша был ДК. Не, Йоша был на варе. Окей. Может, я что-то... У тебя реги кончились? Сомнить. Ну, ткните. Так, дамажу только в луже, да? Все, да. Время ничего не делать. Когда... Фактически все время в луже будешь находиться, если не бегаешь. Но перебежать... Там лужа, типа, в черепке будет всегда. Твоя задача просто ты бьешь, если говорят, перебежали, сразу стопнул каст, спокойненько в бок выбежал сюда в квадратик, лужа взорвалась, тебя не откинуло, спокойненько вернулся обратно ровно в меточку. На тебя эта метка безликого кинулась, я тебе сказал, ты просто развернулся и спокойно побежал на максимальный рендж. Отбежал. Стал тут, подождал, пока кончится дебаф, спокойно вернулся назад. Че, давайте, пробуйся. Да че пробовать, надо убивать. Ну, может, все уже все забыли, но... Нечаянно ману там отвеси. Все, все готовы, можешь пулять, давай. 3, 2, 1, пот и пуля. Сразу чуть-чуть назад отведи его еще. Все нормально. Следим. Отошли. Так, ребята, давай. Отошли. Быстрее. Ровно становитесь в черепочек. Не кливать босса, а УЕ вообще под боссом не делать. Отошли. Молодцы, стали назад. Безвредно вышел.
Все стоят в черепке. Надо было будет Frozen. Отошли. Ровно в череп становитесь, ровно все, в один фрейм. Отошли. Отошли. Встали обратно. Арчи побежал назад. Назад побежал быстро. Просто назад бежишь до потери пульса. Все, остановился, ждешь. Отошли. Кончился дебаф, обратно в крестик. Вернулся в черепок ровно. Отошли. Стойте, стойте, стойте на месте. Все, в череп вернитесь. Мне костюм уже нет. Отошли. Арчи убежал назад уже. Молодец. Чуть до хуя его захитил. Кажется, надо мне пошу. Быстрее это делать. Просто разворачивайся и бежишь. Все хорошо. Отходите. Все, вернулись в череп. Отошли. Встали обратно. Отошли. Все отлично, на срезе захил, стоим дальше, бьем. На срезе. Стойте. Моб скоро будет, так что готовьтесь. Внимательно сейчас следить, может ДБМ не работать. Отошли. Встали обратно. АУЕ аккуратно. Сейчас скоро появится моб. Поверни босса лицом. Прям сейчас. Внимательно. Отбежали, отбежали. Безвредно ушел. Гер. Слабить? Маг бей, да. Да, вернулись, да. Обратно. Сделайте два шага назад. Вы близко стоите. Зашли. Келени ушел назад. Зашли. Отошли. Срез. Ай, блядь, видно было. Это срез, тихо. Вы смотрите, все, стойте, на... просто моба добейте, сейчас не буду. Сейчас внимательно лужи следите, все. Не кастуйте, тихо, не кастуйте. Отошли, отошли, быстро, быстро, быстро. Внимательно, сейчас никто не должен получать этот баф. Спокойно играем, так же сам. Безвредный ушел назад, вы стоите. Отошли. 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 Смекалка ушел назад, вы стоите. Теперь отошли. Отошли. Вернулись обратно. БР нашел. БР давай. Прямо сейчас. Отошли. Браво.
Без команды не убегайте, я буду анонсить вам нормально. Пусть метки сами смотрят. Отошли быстро. Хант, назад уходишь, вы стоите, Рон. Пойду. Ушли назад. Там нормально, хоть упал еще маны много. Отошли. Отошли. Сейчас внимательно, сейчас будет метка, вы стоите. Только метка убегает. Смекалка назад ушел, вы стоите. Вправо ушли теперь вы. Вправо ушли. Давайте, играйте, не лутайте никто, даже если дебаф спадет. Хант, вы отошли, отошли. Хант назад. Все. Отлично. Встали обратно. Хант ждешь, пока спадет дебаф. Отошли. Отошли. Срез назад. Все, вы отошли. Все, молодцы. Блядь. Бабасанская. Хуйня упала, ебать. Меч возьму. Бля, пиздец. Из всего охуй на лут упало это говно. Насыпало, блядь. Нам надо идти сразу на хранителей, наверное, всех запускать. Угу. Так, что, мы идем дальше? Как мы? Тут портал есть. Телепорт. Как хотите. Хотите, поправить, если не хотите. Да нет, давай в бычки убьем. У нас времени нет особо. Давай хоть попробуем хоть пару раз, чтобы знать, что там кого. Да давай ебанулся. Так. Ну нет, сейчас нет. Надо хранителей всех в любом случае запустить, надо, чтобы проще было. Хотя подожди, сейчас я их запущу. Так, это по пизде, да, с ними нужно с каждым? Да, там в центре. Там с феей и кошки. А как с Рей-то пиздеть? Ну вот давай, стоит там. Я с Хадиром и с Торием попиздел. Вам надо Мимирон и Фрей. Они все стоят в этой в оранжерее по кругу, все боссы. Так, нет, тут кошки. Там возле рядом. Фрей кошки, две штуки же. Я заберу кошек, ты попизди. Ну давай. И вон еще Мимирон не запущен. Я запущу Мимирон. Давайте я спу... А, ты уже... Ачивку запорол, да, я два раза попал под эту хуйню. Да. Я пиздец со слакером, пацаны, извините. Все, просто упадите, встаньте и нажмите там последний портал, там прям киёк сорван. Бля, ачивка называется «Обожаю запах сорнита по утрам». А не, ну я думал слышнее, что он вообще очень будет. Мана вообще не садится. Конечно, когда уже, блядь, весь рейд задрочился, на. Ну я-то, видишь, первый раз пришел, все понял. Уже был на нем. Кошки. Ну там вы тарали по такой тактике, что я в хиле стоял в темной луже, но мне никто ничего не рассказывал. Давайте я бы с первого нахуй и будем на.
кто в комнату пойдет, 4 человека? В комнату пойдет я пойду, пойдет сова. Еще надо кого-то двоих. Смирика нету. Ну безредный. И смекалка. Вариантов больше нет. Ну-ка объясни, что делать. Ну смотрите, в общем, сейчас я поставлю. Первая фаза. В центре стоит эта баба. Чтобы перевести на вторую фазу, нам надо убить 8 мобов прямо под этой бабой. Обязательно этим мобам надо сбить каст. И они, когда взрываются, типа, в мили-зоне, наносят урон. То есть я отбегу. Смотрите, ваша задача РДДшника. Видите вот эти лужи, которые ходят? То есть эти лужи ходят по кругу. Ваша... Вы не должны на них наступить ни в коем случае. То есть вы, грубо говоря, стали, типа, лужа к вам приближается, вы от нее отбегаете и просто ходите так по кругу, типа, лужа идет за вами, вы держите от нее ренжу и просто ходите по кругу, бьете этих мобов. Мы убиваем 8 мобов. Начинается вторая фаза. Вторая фаза начинается, появляется типа в центре босса мозг. Лицом смотреть в него нельзя. То есть вы стоите к нему спиной, бегаете одной пачкой по кругу, и растут щупальцы. Три вида щупалец. Большая щупальца и маленькая щупальца. И вылазит такая щупальца, которая хватает игрока. То есть эту щупальцу обязательно нужно свичнуть и выбить этого игрока. РДД играют по большой щупальце, я буду там по маленьким. Ваша задача обязательно кикать каст и танку обязательно дать мили-тычку большой щупальце. Тут будут вешаться дебафы, короче, их надо диспелить и декурсить. Там название я не знаю, просто все дебафы диспелите и декурсите. Потом появится типа 4 портала. Порталы, сейчас покажу, где плюс-минус появится. В одного танка танчится, да? Сань. Да, в одного. Поставить рыб? Короче, вот смотрите, квадратом, вот видите, как стоит типа череп и крестик, да? Так же самое, только чуть-чуть дальше, сзади появится еще 2 портала. То есть будет 4 портала. То есть заходим я, Хант, Сова и Лок. Я буду заходить со стороны черепа. Хант заходит со стороны креста. Я, молодец. Потом Лок заходит со стороны креста, только сзади, грубо говоря, дальше. И кто остался еще? Сова. И Сова заходит со стороны черепа тоже, только дальше, вот там. То есть они квадратом вот так появятся, и нам надо будет сразу на них нажать, на эти порталы. В порталах будут 3 комнаты, то есть типа там рандомно они попадают. В этих комнатах задача убить щупальцы. И потом развернуться и бить мозг, и выйти с портала. Но еще там такая штука, там такие розовые черепа, и в них нельзя смотреть. То есть вы все время двигаетесь в такой позиционке, чтобы вы были спиной к этим розовым херням. Типа они как черепки выглядят. Если вы будете лицом смотреть, они будут типа вас пиздить. То есть вы, грубо говоря, спиной пробегаете, бьете эти щупальцы, все щупальцы убиваем, они пропадают, мы разворачиваемся, идем к выходу, бьем мозг и по команде выходим в портал. Кто не успеет, это типа, значит, его в МК возьмет, и все, это вайп. И последняя фаза. Типа, нам надо будет этот мозг до 30% довести. Последняя фаза дается Гера, вы становитесь в одну точку, типа, и просто дамажите. Ваша единственная задача это отворачиваться по команде от босса, потому что он, типа, как, не знаю, там, типа, как фир дает, или там МК, такую, короче, и отнимает эту эффективность, типа, сотки, типа, если до хера полутаете, сдохнете. И все, танк просто будет, будут появляться мобы, танк, танчишь этих мобов, я буду их пиздить, и все, они будут умирать. То есть, чуть подальше будешь их танчить, я там скажу. Просто, вы, наверное, нихуя не запомнили, так что давайте пульнем. Давай, рыбу поедим, может. Просто смотрите, я сейчас поставлю на холипала метку, вы просто ходите за ним, типа. Не лутаете лужи, бьете мобов. 8 мобов нам надо убить. И сбивать карты. Я постараюсь сбивать, и кто-нибудь еще помогает, если будут 2 моба одновременно. Просто если вы нажмете, типа, вступите в лужу, с этой лужи дополнительный моб выходит.
То есть, если вы будете часто луцать лужи, просто она сдохнет. Хуй бы пиздец, но я уже понял. Я не знаю, может, с хранителями проще будет, потому что тут типа дэмэдж у нас будет повышен там на каждый, не знаю, общий он или там просто каждый на каждой фазе отдельный дает. Там типа каждый дает по 10% дэмэджа, там 15 захила. То есть должно быть попроще. Ты сказал, что щупальца трех видов, которые снаружи. Одно, я сказал. Одно из них маленькое, вешает 4 вида дебафов. Их все надо диспелить. Да, я сказал, что все диспелится, сбиваются все большое щупальце и маленькое косты. И обязательно свищнуть быстро в щупальцу, которая берет игрока. Вы ходите всегда типа с холипалом, одной пачкой. Еще такая хуйня будет, там типа мозг на второй фазе будет кидать койл, типа в человека. Если в момент окончания этого койла в радиусе него будет человек 10 метров, то он перекинется на другого. То есть на кого кинется койл, вы говорите, и все от него отходят. Плохо раскинул этого. Наоборот, перевернее. Ой, наоборот. Арчи, ты сейчас сходишь. На первой фазе, короче, просто бегаешь за печенькой, бьешь мобов. В лужу не наступать. Вы можете ее там, если вы отстали, там отбежать от нее, отбежать ее вокруг, типа. Как вам удобнее. У нас там. И ДК тоже, смотри, ты танчишь аккуратно, я тоже буду в миле. Ты типа держишь в центре моба, но типа лосаешь лужу, тоже в миле не наступаешь на нее. Давайте пробуем, смотри. Этого пидора тысячу раз танчил. Все готовы, погнали. Здравомыслие. В этом дебафе, да. Нормально такой дамаш. Сара, что это такое? Сань, ты еще умираешь. Я ебу, я вообще в заморозке стою сейчас какой-то. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. Срез. Вроде успел. Диспельте или декурсить это дебаф, возможно. Он снимается. Не знаю. Не получается. Паладин у тебя получается? Я не знаю, может он не снимается. Видимо нет. У меня три паладина. Просто закрывайся РДД, потому что я двигаю. Какое рвение сфера. А, это типа я бью больше на 20% и получаю в морду на 100%. Хвостовый? 8 штук надо убить, вот это 8 походу. Сейчас смотрите, если сейчас, если эта хуйня пройдет, просто моба с центра уводишь. Уводи моба с центра, добивайте моба быстро. Сейчас еще тут сорвут. Да, сейчас вторая, уйдите с центра, каст. Просто тут все стой, моба добиваем. Отойдите от моба. Все, удушающее щупальце, вот она схватила, быстро ее убить. Все, РДД по большим работаю. Диспел кидайте и косты сбивайте обязательно. ДК сбиваешь мелкому косты. Душевая полезная срез. И вот эти лучи зеленые, в них нельзя наступить. Они будут двигаться, их надо от них убегать. Вот от босса сейчас идут, видите, такие зеленые. Погнали. Так, кстати, его нельзя, да?
ну, на босса спиной надо бить? Да. Да, 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 да. Сейчас, возможно, будут порталы, уже по порталам расходитесь. Отдыхайте. Одной пачкой бегайте, подходите к своим порталам. Это зеленые хуйни вот эти или что? Нет, появятся порталы возле меток. Возле босса. Вот порталы появились, заходите. Красный луч, на ком красный луч, сбегайтесь, вместе бегайте. От черепка отбегайте, от черепка отбегайте. Что творится? Что делать? Хильте меня, надо убить щупальца. Ебать, что происходит у вас? А где щупальца? Где щупальца, бля? Тут какие-то прислужники, блядь. Ну вот, их начинайте бить, и из них появятся щупальца, господа. Смерти, там лучи, короче, к лучам не подходить. Страшно, надо сбегаться? Красный луч, сбегаетесь. Ой, бомжи, блядь. Я схватил. Это нас какие-то лучи ебаные добят. Сдыхайте, нахуй. А такой я сам тут не особо не знаю, я понял, что уже на мне луч был, я типа далеко был. Вот я в комнату зашел, где черепки, из черепков они какие-то лучи меня кастуют, а... У них типа дамажит, блядь. Вот да, тебе нельзя в эти черепа смотреть. То есть ты должен так, типа побежать на пару. Они по, квадрату, по кругу, по квадрату. Типа я отворачиваю. Ты типа идешь направо, ты, я иду, допустим, налево, ты идешь направо. То есть два человека налево, два направо. И ты их типа оббегаешь, убиваешь вот этих трех мобов, и потом мы типа заходим в центр. Ничего, я вообще портал не нашел. А, типа, короче, мы, каждый убивает по пачке, да, получается? Ну, плюс-минус где-то так должно быть. Там под боссом портала ничего, он был, типа, был в комнате я, Саня. Вот видите, сейчас 4 портала, вот где я, вот черепок, смотрите, кто не вставал. Вот появляются такие. Так, а что там, Квантум Ри? Я не знаю, что там. Очень интересно, но их непонятно. А вот смотри, Саня, вот красный луч, да, вот был на мне и на холерике. Мы сбежались, он потом цвет почему-то меняет или мне показалось? Ну, да, он типа зеленый становится. И это все нормально, можно разбегаться или бегать опять? Нет, нет, ты должен, типа, он должен быть, ты должен рядом с ним стоять, пока не кончится эта хуйня, типа связка. А, все, понял, нам нельзя быть на, чтобы красный луч был, а зеленый... Вот это я же говорю, вы бегаете типа пачкой. Все, понял. Вы пачкой бегаете просто типа рядышком так с друг дружка, не прям в нем, но типа рядышком. Если этот луч типа лево-право чуть отошли и обратно, и бегаете типа там по кругу по часовой стрелке эти щупальца бьете. Ладно, мы с нуля пойдем, сколько травить будем сейчас босса этого? Го еще пару травить сделал, посмотрим. Ну 2-3 травить чисто попробуем и все. И на будущее, ребята. Хотя бы для приличия открывают контент, читайте тактику на последних боссов. Это не про нас. Но более-менее поняли, да. Так намного не, ну, проще ну, было. Я типа смотрю видео, и чё, ну мне надо самому как бы это типа, ощущать. Смотри, нечаянно, то есть там 4 портала, если ты заходишь влево, значит бежишь налево, например. Если там вправо, бежишь направо. Понял? Да мы поняли, только вместо этого. Вместо ханта с нами хил пускай пойдет. Ну, пусть ШП идет. Не, хил, который будет нас хилить. Ну, давай, я попробую. В портал как-то залезть? Да, ты зайдешь в портал вместо ханта, который появляется за крестом. Вот там. В крест полезу. Да, типа моба бьешь, он превращается в щупальца. Нет, нечаянно, ты заходишь, вот я захожу в метки череп, да, а ты заходишь там, где за черепом сейчас, там появится портал. Вот если ты по прямой сейчас смотришь, вот за черепом, вот там ты заходишь. Мы одновременно заходим, вы просто изначально посмотрите, где эти розовые черепки, и стараясь там боком, спиной их отбежать. Ты просто заходишь в комнату, добегаешь до этих мобов на себе, нажимаешь Starfall и все, и убиваешь их всех. У них там очень мало хп. Ты, когда бьешь щупальца, по тебе идет отражение. Каждое щупальце отражает часть урона в виде тьмы и наносит игрокам. Поэтому перед Starfall'ом прожми дубовую кожу. Лучше еще повешай на себя ходки. А, сейчас бахну я. Че, гол?
Саня. Все, погнали. Первую фазу пережили, уже заебок. Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Тут типа внешняя лужа, внутренняя лужа. Ну, добавим, пишем в драмат-листу. Типа до нуля опускается, он тебе кашет. Оно восполняется в зеленых столбах света от Фрея. Это для этого, да? Да, именно так. Думаю, что это за хрень зеленая. ДК моба. Гнев будем. Хадир, типа, тебя как этот Холи Прист типа спасает, получается. Кто в ледяной хуйне был, кстати, это вы сдохли, получается. Еще два моба убить. Там вот на моба берсак кидается, хант может снимать. Да, не обронизаешь. Да, блядь, черенжи не хватает. Все, добивайте этого моба быстро. Это последний. И следующего убиваем, вернее круга. Что, вы в воде этого добили его? Только просто. К нему не подходите. Блять, отойдите от него, он взрывается, а уешит. Серьезно. Есть так? Я чуть в какой-то ледышке. Дай катку по срезу. Удушающие убили сразу. Танк даешь тычку по большому. Мили тычку. Или РДДшник любой мили тычку надо дать. Мне бы продиспелить. От черепка отбегайте, или он бесконечно будет перекидываться. Меня схватили. От луча смотрите, не заходите в луч. Где там щупальца? С той стороны, что ли? На ту сторону пошли, там щупальца, блядь. Пошли, пошли. Лучи зеленые следи. Схватили меня, удушающие. Идите к порталам уже, кто в порталы заходит, по своим меткам становитесь сейчас порталы. Порталы появятся. Я заходим. Два портала вижу, никто не заходит. Заходите в портал. Спиной бежим, я бегу направо, остальные налево. Я направо тоже. Возлагающий. Удушающий схватил. Бля, мы как-то разбежались, все пиздец, меня заморозило вообще. Что такое? Все, мы все убили, пошли мозг. Мы все убили. Возвращаемся назад. Бля, пиздец. Ну беги, сука, ко мне. Ебучий случай. Иди спать, хуйня. Сразу бегите в конец комнаты, там порталы появляются. По команде вам надо нажать на этот портал. Пиздец ты, конечно, нам? Блядь. Кто, да, кто сейчас мозг бьет, по команде нажать на портал и выйти. Нажимайте, выходите. Так. У вас там все в порядке? Вы же... Ханта, может, есть с ним? Задохнитесь собственной ненависти!
удушающего. Сейчас порталы будут уже подходить. Опять? Да, они быстро появляются. Мне койл кинул, вроде бы. Они сами по щупальцам. Заходите в портал. Иди в портал. Я пошел. Идем по краю. Вы направо, я налево. Тут мобы типа... Саня, просто не смотрите просто и все. А, понял. Туплю. Диспельте там кто снаружи, может магию диспели, диспельте. Все, побежали назад, мозг бить, назад, быстрее, быстрее, быстрее. Келя, не диспели эту залупу. Слышишь? Быстрее, да, блядь, давайте. Точечно, помог. Зачем ты массу даешь? Когда щупальца встане забаненные, надо биться только большое. Только большое. Оно у нас фул стоит. Типа та комната самая, ну, конченая, это просто. Под конец коста в портал нужно? Да, 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 потому что ты в МК будешь по команде. Выходите. Сколько там процентов? Да дохуя еще. 25% снял. Сняли или осталось? Сняли 25%. Нам надо до 30% бить его. Ты хочешь сказать, сейчас 75 у него? Да. А, ну, ну это хуй знает. Ой, блядь. А, у меня ферма еще ебнулся. А, здравомыслие пополни, да, наверное? Подходите. Да. К порталам подходите. В зеленые эти, Саня, подойдите. Саня, мы с тобой в этой хуйне, мне что делать? Заходите в порталы. Опять эта комната. Да просто старфетов кастуй. Все, пошли мозги. А, ну ты изи, пай. Большой на той стороне. Че теперь? Где большой? Вот он. А, почему? Максим, подойди поближе, ну ты к седам тебе. Еще бог себе. Давайте мы еще раз и два и переведем босс. Ну, до берсу упрямся на последней фазе, походу. Еще 7 минут до берса. Готовьтесь выходить. Выходите. Там щупальца. Задохнитесь собственной ненависти. Пойду по полной минимал. Молодь, 6 минут. Выбейте меня. Сейчас порталы будут, готовьтесь. А в лучи, 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 аккуратно. Пошли к порталу. Заходите в портал. Аккуратнее, там не умирайте. Вот где черепок есть портал, беги. Красный. Ай, не умирай. Идите на большое все. Все РДД большое бейте, вон дальше стоит. Пока встанет, сразу большое приоритет. Мы за следующий раз переведем. Выходите уже. Снимите с меня. Уже сейчас смещайтесь в одну точку, вот там, где холипал стоит, вам надо будет плюс-минус там стоять. Сбеги со мной, сова. Черепку не подходи. Сейчас порталы будут. Хватило, заходите в портал. Вон сзади. Возле челюсти справа, слева и сзади два портала.
квадратом порталы стоят. Быстрее беги. Вы в порталы 20 секунд заходите, вам минута всего дается с появления портала. Большой. Становитесь уже, мы сейчас переведем 10%, 5%. Но меня щупальца снимите быстрее. То снимаем несы. В одну точку становитесь, короче, РДДшники. ДК, ты танчишь мобов, типа, подальше от босса. Ловишь их, смотришь сразу, где мобы. Все, фаза, выходите. Под мордой собирайте, щупальца сначала большое добейте. И разлагающее, вон оно, блядь, стоит. Справа от босса. Сначала щупальца доиграйте. ДК, лови моба сразу уже, видишь? Что это? Смотреть на босса нельзя. Отворачиваться вам надо, взгляд безумца через 5 секунд. А я в глуби здесь парится, еще нет? Отвернитесь. А что бить-то, босса или что? Да, вы босса бьете. А мобов что бить? Ебать. Фиаско. Мне продиспелить надо. А, понятно. Предлагаю этот палу дать еще МП5, а я буду ставить, наверное, это там очищение. Короче, не хватает одного меня на мобов. Надо еще кто-то, чтобы помогал. Ну, они быстро сильно выходят, пиздец. Мобов вообще, они откуда появляются? Они будут до конца боя появляться, бесконечно. А что мы их не бьем? А? Что делать с ними вообще надо? Ну, типа, у нас торим запустим, то есть нам надо... Я думал, типа, мне хватит дэмиджа, там, ну, типа, спускайся их по хп. Я говорю, он подошел, 55к с руки въебал, я уже. То есть, чем больше у моба хп, тем больше он, типа, дамажит своим спеллом, там, и по танку бьет. То есть, тем меньше хп у него, тем меньше дамажит. Хорошо, подожди, объясни, Саш. А вот смотри, взгляд вот этот. Нам надо отворачиваться, потом бьем. А отворачиваемся, бьем. Вот такая вся ротация. Да. Вот, типа, подкаст этой хуйни. Я не знаю просто, как оно либо кастуется, ну, по ДБМу, по... Да, я покажу ДБМ. Идет отчет, ну, типа, я отворачиваюсь там за 2 секунды. Ну, там что-то у него прям совсем маленькие такие эти, как бы... время, когда бить можно, он там что, каждые 10 секунд ее кастует. Ну, поэтому, типа, на этого босса сам считается афлик там, потому что он, типа, кастанул и отвернулся и кастует. Ну, типа, ну там пал уже уходит, так что, типа, трай не будем делать уже. А, ну, все, тогда года буду собирать это. Просто, ну, я, типа, сам толком не знаю до конца тактику, ну, так, ну, плюс-минус. Убьем. Это, слышишь, Саня, там это, плюс я накидал, кто на КСХД уже будет ходить, в принципе, должно быть нормально. Просто я даже не знаю, там, типа, я ни у кого не видел ачив, там, либо все травли просто без хранителей, но там даже так его еще никто не убивал. Саш, слушай, а вот...